все времена. Вот так с гимна страны начал работу избирательный участок 19.06. На момент открытия здесь досрочно проголосовали 44% избирателей. Это результат слаженной работы придомовых участков, избирательных комиссий и общественных наблюдателей, отмечают организаторы. Большое внимание уделяется безопасности. Каждый избиратель получает маску, получает перчатку, собственную ручку. В зале наносятся разделительные разметки для обеспечения социальной дистанции. Каждые 2 часа проходит санитарная обработка помещения. Еще чаще обрабатываются руки с антисептиками. И я думаю, избиратели чувствуют себя безопасно в данных условиях и принимают самое активное участие. Также жителям столицы Чувашии предлагали выбрать и объекты благоустройства дворовых территорий. По распоряжению врио главы Чувашии Олега Николаева, Чебоксары получат 80 миллионов рублей на решение вопросов об устройстве микрорайонов. По каждому округу будет предложено на выбор 20 проблем, которые требуют вмешательства. Это и ремонт дорожного покрытия, тротуаров, установка детских и спортивных площадок, обустройство освещение и озеленение. С утра я пришла на голосование по поводу поправок в Конституцию. Я считаю, что это долг каждого гражданина, потому что это важно не только для моей семьи, но и для всей страны в целом. Также, кроме голосования в Конституцию, здесь происходит голосование по благоустройству близлежащих территорий. Я в таком голосовании участвовать очень рада. Ольга Алексеева, Юлия Адюкова, Юрий Марков, Республика.